и справедливо. У нее очень много полезного. Солнечность солнечных зайчиков. Чтобы они прозвучали, мы сделаем необычный ход. Некоторые художники, я когда просматриваю живопись художников, я вижу, что некоторые используют этот ход. Думаю, что импрессионисты тоже использовали многие. И ход этот выглядит в том, что мы первую часть работы выполним так, будто бы у нас и нет другой краски, кроме синей и белой. Вот примерно так мы начнем эту задачку. Как всегда, сметанный замес, разбавитель, белила, голубой, голубая ФЦ и ультрамарин. Я взял два синих, ну как бы синих, голубых цвета, для того, чтобы было чуть сложнее, чем богаче, чем один из них. Штриховательно наполним весь холст веществом краски. Стараемся в данном случае достаточно однородно укладывать ее. Штриховательно. Изначальное положение кисти как цветочек держим, как черенок цветочка. Лежачее к холсту, штриховательно. Сильно давить не надо. Крупный штрих делать не надо. Спокойно, распределительно, штриховательно уложим всю краску на холст. Короткий, распределительный штрих. Количество вещества немалое. Немалое настолько, чтобы если мы мастихином попробуем придавить краску, будет что придавить. Там будет не пустота и сухость, а будет вещество. И я думаю, вы видите, что в некоторых местах вполне мастихину есть чем заняться. Таким образом можно регулировать количество вещества на холсте, что если этому парню есть что придавить, значит все в порядке. Вот такое количество вещества вы забросаете на весь холст. Еще раз напоминаю, что мы играем в необычный ход, так как будто бы у нас нет других красок. Как бы черно-белый вариант изображения, но в качестве черного у нас синий. Штриховательно, короткий настойчивый штрих, распределительно. Добираем белил, добираем жидкости маканием, добираем синил. Задача не хитрая, но в процессе решения этой задачи вы как бы входите в курс дела. Уже не так страшно прикасаться к краске. Уже мы начинаем чувствовать меры, вязкости, количество краски. Уже начинаем что-то осязать. Страх перед необходимостью
Ну, для новичков, конечно. Страх перед краской пропадает. Что для нас очень важно. То есть мы, так сказать, разминку делаем таким образом. Ну и созданная среда очень нам пригодится для того, чтобы в нее вписывать. Чтобы не раскрашивать картину частями, кусками, а вписывать в нее все необходимое. Распределительно, штриховательно, лежачей к холсту кистью, не напрасно она лежит к холсту. У вас привычка обычно вот такая. Вот так все закрашивать. Вот так. Масло любит штрих. Масло любит лежачую кисть. 90% художников работает лежачей кистью. Лежачей. Итак, мы положили такое количество вещества, которое мастихину есть что придавить. Придавить так, чтобы не появлялась краска сгустком на краях, а то количество, которое позволяет себя придавить. То есть вот придавливая краску, мы можем определить меру вещества. Хорошую ли мы меру вещества выбрали. В нашей картиночке есть розовенькая даль. Белесость, облака, там что-то такое. Возьмем белильца. Возьмем чуть-чуть розовилица. Несмотря на то, что мы предприняли идею только синего рисунка в начале, сюда мы все-таки загоним легкие розовильца, потому что сюда мы уже не сможем вернуться, когда заслоним картину. Поэтому, поскольку это будет едва только намек, здесь мы сразу как бы финишную укладку совершим. Вот такую. Намечечки на дальние облака, туманность. И тоже можно слегка придавить красочку, чтобы она буквально влипла в среду неба. И уже какой-то даже у нее появился небольшой сюжет у этой дали. Но особенно акцент на даль мы не будем делать, поэтому вот такая мглистая туманность. Дальше у нас с вами лежачая плоскость моря. Море, вы видите, тихое, спокойная вода, очень ровная, ровная как стол. Уложим эту воду. Чуть темнее она на переднем плане. Таких сюжетов очень много. В Крыму, в других средиземноморских местах очень много подобных сюжетов. Поэтому, познакомившись с этой задачей, вы сможете потом решать и другие. Вы видите, я уложил некоторой полосатостью. Нарочитой полосатостью, подразумевая легенькие колебания воды. Сделал это с некоторым запасом, зашел дальше, не ограничился только этим островочком. И сделал это очень ровными следочками, подразумевая тишину воды и ровность как стол. Вот я выразил эту ровность воды. Мало того, вещество краски, которое было, и то, которое я еще и добавил, дало некое лоснение краски. Не знаю, видит ли камера, но с моей позиции очень хорошо видно лоснение. Лоснение, которое как будто солнечный свет, зайчики солнечные теребят эту воду. Дальше мы поступим
следующим образом. Вы помните, что я хотел предпринять только синий рисунок изначально, чтобы потом вложить солнечные зайчики. Сейчас я объяснять, зачем я это буду не стану. Мы чуть позже увидим причины такого действия. Итак, наш рисунок – это зелень, которая окутала все это пространство. Я по-прежнему беру голубую и синюю. Вот они. Лежачая к холсту кисть, моделировательно, лежачая к холсту. В разных направлениях, вы видите, я укладываю штришочечком. Не сильно внедряюсь в холст, а такие поверхностные чирки. Штриховательные поверхностные чирки. Вот такие. Даже если бы я зашел где-то чуть-чуть за линию, это не страшно было бы. Но я стараюсь чуть занизить свой рисунок, чтобы потом, если что, приподнять. То есть лучше не додать, чем заслонить эту хорошенькую воду. И все, что у меня здесь, все, что в тени, все, что темно, я делаю только синими. Синими, голубыми. И даже вот эти теневые. Вы видите, кистью можно не только гладительно провести, но и вот так, будоражительно. Тоже хороший эффект достигается от такой укладки. Намек на горочку дальнего плана. Ну, чтобы хотя бы мы уже знали, где она у нас находится. Хорошие ориентиры, если мы работаем с какого-то фотоматериала, для нас были бы середины холста. Вы видите, что зелень внятно зашла за середину. Здесь устремилась к середине вот этот подъем, прямо к диагонали устремилась. Значит, здесь мы чуть-чуть зашли, и вы видите, вот такое макательное, чиркательное, моделировательное. Такой характер укладки. Рябь зелени. Не только макательно, не макательно, а чиркательно, макательно, моделировательно. То есть вы видите, я в разных направлениях стараюсь этот чирк устроить. Немножко он лодочным характером, я его задаю, видите, да? То есть это не просто макание. Даже на уроках, когда ты уже несколько раз проговорил эту задачу, многие ученики продолжают просто макать. Не делаем так, а делаем с каким-то отношением, с каким-то моделированием. Куст на переднем плане. Еще один. Может быть, эти чуть-чуть предоставить.
Еще одна причуда, которую я хотел бы вам показать, это рисунок мастихином. Вроде как, изначально нужно было все нарисовать, а потом спокойненько раскрашивать. Вкуснее, интереснее работать по этой схеме. Ну вот наши колонны. Эти колонны прекрасно добыть можно вот таким процарапыванием. И намек на рисунок сразу появляется. Шкряблкой мастихина добываем колонны. Пусть и призрачно, но даже очень красиво по-своему происходит этот поиск рисунка. Вы видите, я начал не с этой колонны, а начал как бы издалека. Потихоньку добывая оттуда сюжет. Потому что здесь более ответственное место, место касания того, что уже переделывать было бы сложно. Здесь можно все переделать. Поэтому здесь я и начал в первую очередь. Вы поступайте так же. Находите место, которое безопасно. Более безопасно. Еще один способ рисунка. Это вот так взять мастихин, рабочей частью на себя. Сюда большой палец, сюда указательный. И еще вариант прошкрябывания. Это колонны, которые слева. Также можно добавить вышкребанности этим колоннам. И таким образом несколько расчистить территорию для будущих, для будущей белой краски, которая ляжет сюда. Расчистить от голубого. Здесь у нас заборчичек, за которым все к морю. Здесь у нас солнечные зайчики. Можно предварительно наметить себе и их, хотя бы познакомиться с идеей вот такой рябой, но очень горизонтальной затеи. Еще раз посмотрите, что мы делаем в этом пространстве. То есть вот рисовальщик. Когда мы положили окружающую среду, некое вещество окружающей среды, мы можем себе позволить вот так повышкрябывать рисунок. Мало того, у нас стерка. И все, что нас не устраивает, мы поправляем стеркой. Стерка в виде нашего пальца. Некоторая светлость за последней колонной. Обозначим и ее. Вы видите, холст совсем не собирается протыкаться. Особенно если у вас хороший холст. Вот, и вы видите, что все прекрасно можно порисовать. Буквально порисовать. И мелкость листиков на дальнем плане, и светлость листиков. И здесь можно что-то себе пообозначать. Ну так, чтобы ориентироваться.
Вот они, вот они, вот они. Заодно, пока мы так делали бы, мы бы познакомились с общей идеей рисунка чисто для себя. Нам уже не так будет непонятно, что мы рисуем. Вот эти сегменты. Вы видите, даже на стадии только голубого это уже как-то приобретает вид. Особенно в связи с тем, что выгребая белый, он уже смотрится чуть тепло, как прилично солнечным зайчиком. И сейчас мы будем делать главное развлечение этой картины. Так, вы можете увидеть сейчас, что я палитру приготовил для иных цветов. То есть уже не синих, не голубых. Начну с колонн, как самых выразительных и ярких пятен в картине. Белильца. И кадмий красный светлый. Я думаю, камера видит. Кадмий красный светлый. Очень хорош для солнечных проявлений. Можно было бы и желтого чуть-чуть добавить, но можно и обойтись без желтого. Мера краски, которую я беру, вы видите, небольшая. Я не беру ком краски. Я беру малую меру на палитре, формирую эту меру. Я не смешал горку одной краски и другой, а щупанием добыл нужную консистенцию и нужную пропорцию одного цвета к другому. Уложил. Поставил чуть-чуть на ребро, чуть-чуть. И придавил. Сиятельный эффект. Раздавленная краска дает сиятельный эффект. И полное ощущение солнечности вот этого пятна. Если я зашел за линию, вы видите, как легко я ее свой заход отремонтировал. Эти пятна. Эти пятна укладываю более бесцеремонно, но раздавлено, да? Вы видите, краска раздавливается мной. Уточняется и даже теневую добыл. Теневую. Похожим образом и здесь. Можно и сверху вниз, и снизу вверх. И опять подрезанием восстановим порядочек.
Вот эти места у колонн обозначим, обозначим. Можно еще и вот так распорядиться с этим. Вот по такой траектории. Показать, что колонна круглая штрихом, штрихом по цилиндру. Вот таким чирканием. Поскольку краски немного, то удается это сделать безболезненно. И вот этот вот чирк вполне рассказывает о круглости. О круглости и о некой мятости, то есть старинности колонны. Мера краски в замесе, видите, по-прежнему небольшая. То есть я не делаю гору краски. Вот у нас намек на колонны произошел. Пока как бы это первый вклад в эту задачу. Будут еще. Я примерно соотношение это попытался уложить. Внизу у нас с вами краснит и тень, и, конечно же, очень краснит. Ну, как бы алая такая, алый разбел свет. Ну, дорожка посыпана чем-то. Я беру сейчас красноту. То есть тот же цвет задействовал. И теперь уже им немного снабдил общо, как бы теневым цветом красноты. Припачкал всю теневую. Вы видите, как я пользовался кистью. И вы видите продреси голубого, которые везде пооставались. То есть я не закрасил грубо. Я припачкал. Только припачкал. Вот так, припачкал. Можно и здесь тоже, поскольку и здесь у нас похожий цветичек. И здесь тоже чуть-чуть. Припачкать. Опять расчищу палитру в этом месте. Возьму белильце, возьму больше краснилец. Может быть, даже чуть желтилец. Слегка оранжеватость придам этой красноте. Зигзаг. Лоскуточность. Стайка солнечных зайчиков.
Вот основные их проявления. Стайка, зигзаг, лоскутность. То есть вот эта зелень отбросила тени, а где-то остался свет. И вот этот свет я укладываю. Еще раз напомню. Зигзагом, стайкой. Научитесь обращать внимание на понятие стайки. Очень много мазочков в живописи укладывается именно стайкой. И уж никак не в шахматном или каком-то другом порядке. При том, что стая тоже имеет некоторый порядок, но не такой, как геометрические проявления. Еще один момент. Эту же красочку я чуть-чуть придавил. Чуть-чуть придавил. Опять происходит идея сиятельности краски. Сиятельности. Сразу солнечно, сразу сиятельно. Чем дальше эти стайки. Вы видите, как бы от колонн следочек более конкретный. Тем они уже, эти стаечки. И зигзагик все уже. Пока не станет совсем. Узко и мало различимо, а практически цельной полосочкой. Так происходит вдали. И тоже можно чуть-чуть попридавить. Не обязательно уж прямо давить-давить. Чуть-чуть. Чуть более разбросаны эти зайки на переднем плане. Все, что вдаль уходит, выстраивается в полосочки, в ступени. На переднем плане мы смотрим, и оно в рассыпную. Логика выглядит так. Когда мы на цветы сверху смотрим, мы видим их головочки в рассыпную. Когда вдали, мы видим их головочки стайкой. Вы видите, какая хорошенькая, засыпанная светом территорийка. Похожий цвет у нас и здесь. Это перила вот этого заборчика. Чтобы заборчик сразу был выражен, как вот эта, вернее, вот эта площадочка, как лежачая, я нарочитый кладу мазочки. Посмотрите, какая траектория движения мастихина. Посмотрите еще раз. Нарочито лежачую траекторию создаю. И оно сразу лежит.
На переднем плане можно подбить бортиком. Вот таким. И вы видите, идеальные, во всяком случае, идеальную крышечку. Хочу обратить ваше внимание на то, что я всюду оставлял голубоватость. Чуть позже я объясню, зачем это нужно делать. Зелененький. В картине много зеленого. Берем голубую, берем желтую. Получили зеленый. В картине есть темно-зеленые места и светло-зеленые места. Начну укладывать с темных. Укладывая, я оставляю голубоватые пространства. Очень важно. Очень важно оставить несколько. Ну, процентов 30. Вот этого голубого. Первичного, первоначального. Самые темные места насаждаю. Голубой, желтый в пользу голубого. И всюду у меня голубенький светится еще и в подкладке. Всюду. Макательно кладу. Макательно. Чиркательно, моделировательно. Многие совершают ошибку, когда укладывают вот так, держа мастихин. Вот так надо держать. Мягко, как если бы вы держали черенок цветка, ножку цветка. Вот, мягкое касание, крутя рукой. Покручивать рукой. У некоторых почему-то рука не крутится. Тоже проблема. Но вы уж как-то заставьте ее вращаться. Все-таки это не сверхзадача, чтобы макание происходило с вращением руки. Не обязательно с той скоростью, с которой я это делаю. Вы можете делать со своей скоростью. Ощупать вначале макание, кручение рукой. Ощупать. И тогда уже, может быть, если у вас все в порядке, перейти к более решительным действиям. Вы видите, часть зелени слегка заслоняет и колонну. То есть она оплела колонну.
макательно, чуть-чуть чиркательно, чуть-чуть и моделировательно в том смысле, что я не даю выстраиваться мазочком вот в такое. Вот в такое не даю. Заставляю их разнообразно лечь. Сейчас я возьму желтый и бирюзовый. Это будет очень нарядный цвет. И вот все, что у нас нарядненько светится. Можно плюс белила. Но чистый желтый не берите. Многие делают ошибку, берут чистый желтый для светлой зелени. Это очень некрасиво сидит обычно на картине. Только сами непосредственно желтые цветы стоит так укладывать. То в пользу бирюзовенькой, то в пользу желтенькой, то в пользу белил укладываю светлую зелень. Макательно, моделировательно. Опять вы видите, что всюду у меня голубой немножко просвечивается. И вот сейчас, я думаю, уже становится понятно, для чего он там существует. Эффект воздуха. Воздух в такую погоду голубоватый, сиреневатый, синеватый. Есть ощущение свежести, утренности. Воздушности, вот она, эта воздушность, мигает там между листвой. Листва, вы видите, некоторыми стайками укладывается тоже. Здесь более тенистое место, и я в пользу не самых светлых, то есть немножко в пользу бирюзовой укладываю этот цвет. Чуть-чуть где-то помигивают светлотики. Некоторые, конечно, деликатности требуют вот эта местность. Вы видите, немножко даже кончиком подмакиваю. Кончиком мастихина. Вот такое. Вот такое. Чуть темнее, чуть светлее.
Но даже и здесь, как некий след в воздухе, вот тот голубоватый, который мы изначально положили туда, он там тоже создает это настроение. Тоже создает настроение воздуха, взвеси, взвешенности, легкости, вот этой прохлады. Хламничек зелени. Вот эти всполохи света сквозь доски, на которых это все лежит. Вот там я их чуть-чуть, видите, всполохи по направленности положу. То, что выглядело несколько грубовато, после укладки светлых перестало выглядеть грубоватым. Вы видите, оно усложнилось и стало не грубым, а вполне правдоподобным и аккуратненьким. То есть успеваем еще подумать над будущим наших мазков. То есть я, предполагая, не делал там утруждений. А теперь, просто спокойно усложнив свет-тень, получил вкусное. Похожим образом и здесь. Ну, видите, буквально набаловал зелень. И вы видите, что характер укладки, ну, правдоподобнейший. Я вам скажу, что очень много учеников прекрасно освоили этот способ. Причем, ну, понадобилось многим сеанса 3-4, немножко домашнего расследование, и все. И они навеки имеют этот замечательный способ укладки. Вот такой. Кистью вы скоро вкусно не научитесь укладывать. Именно вкусно. А этот делает вкусно легко. Этот, я имею в виду, мастихин. Немного зелени, светлой, и здесь уложим. В данном случае я немножечко обобщительно, чиркательно делаю, чтобы часть зелени стала как бы вдали и такая размытенькая. Часть более жесткая и явно здесь на переднем, жесткая по контрастности, явно здесь на переднем плане находится. Дальнюю я, наоборот, вы видите, сбил в мутное. А здесь даже оставил вот такой голубоватый цвет. Видите, уже красный просится, но сейчас мы его положим. Всюду, всюду оставляю голубоватость вот эту, всюду.
Она создает эффект воздуха. Белый с розовым. Кончиком мастихина, вот такой примерно капелюшкой краски, так же примерно как и листья. Начинаю, может быть, чуть больше. Начинаю макательно создавать идею. Вытираю после каждого, потому что зеленый подмешался. Создавать идею множества цветков. Макательно. Моделировательно. Вы видите, как только появился этот розовенький, ну это становится вообще чудом. Обратите внимание, что не шахматный порядок укладки. Стайками. Научитесь мыслить, укладывая лепестки и цветки. Научитесь мыслить стайками. Без этого будет очень примитивная живопись. То есть очень многие люди привыкли к однородности во всем. Уходим от однородности, уходим к красивому хаосу. Но никак не однородности. Бог однородность не создавал. Вот обратите внимание, при том, что здесь у меня будет много цветков, здесь много цветков не будет. Там тенисто, туда. Они не поторопились выходить. Они все здесь, на свет. И здесь на свет. Мало того, вы видите некоторый свисающий характер этих стаек. Вы видите, где я держу мастихин? По-прежнему в этом месте. Легко и свободно. Не напрягая руку. Не напрягайте руку. И не делайте вот так. Вот не делайте. А еще хуже вот так не делайте. Делайте вот так. Густая краска сама неплохо укладывается и без нашего огромного опыта, в отличие от кисти, которая все-таки требует опытного рисовальщика. Не все мазки одинаково хороши, но вместе собравшись, смотрится вполне прилично. Напоминаю, идея стайки очень важна. Вот я переборщил красного, тут же побил его зеленым.
Так же и вы, если надо, зеленым перебивайте переборы, где они могли бы произойти. Здесь у нас еще палки вот эти уложены. Частично на них тоже падает свет, и мы слегка это показываем. Чем дальше, тем они выстроились в частокол. Вы видите, прямо вдоль того, что я уже уложил, я укладываю теневые, оставляя световые уже фрагментально, как и прилично солнечным зайкам. И опять беру зелень, которая перекроет несколько перекроет эти столбики, вернее, эти перекрытия. И темненькими тоже перекрываю. Можно арочный характер вот этого дальника сделать, чтобы туда прямо манило. Понятно, что я сделал. Я подрезал колонны, чтобы они ушли туда вдаль. Здесь у нас темная зелень, но и под темный. В данном случае я взял синюю и коричневую, или голубую и коричневую. Но и здесь я оставляю легкую синеву первого слоя, как мы уже договорились, которая будет создавать идею воздушности.
кстати, забыл я вот здесь подложить нарочитую вертикаль. Вот я ее сейчас сюда вгоняю. Это рефлексы от освещенных плоскостей здесь. Рефлексы сюда, вот эту площадочку. Они тоже краснят, как и все здесь слегка розовит, краснит и желтит. Вы видите, штрихом плашмя мастихина я осуществляю эту укладку. Загнал красочку чуть-чуть и, раздавливая, показываю нарочитую вертикаль этой плоскости. Полосатость штриха указывает на вертикаль. Крупный кустик какого-то цветущего растения. Покажу. Вот он. Вот он здесь. Крупный кустик. Еще один рядышком. Еще какие-то мелочи здесь. И опять же какие-то розовые цветочки. Посмотрите, какую я даже густую красочку прихватил, чтобы их укладывать. Для того, чтобы они такими южными стали. Чуть темнее в тени. Чуть светлее на свету. Какие бы вы цветы ни положили густой краской, зритель все равно узнает какие-то свои цветы. Старайтесь не рисовать здесь розы, потому что розы на переднем плане, вы просто не справитесь с ними. Пусть это будут какие-то цветы. А если вы будете какие-то рисовать, то, люди, то каждый что-нибудь в них узнает. Скажет, ой, это вот этот цветок. А это у меня в огороде растет, на даче. То есть это какие-то цветы. Здесь же крупность листьев покажу. Посмотрите, я вписываю прямо одно в другое. Крупность листьев. Некоторой запятой укладки, стайкой, не шахматным порядком обязательно, крупно, контрастно. Вы видите, это уже другое растение, чем те, которые представлены на картине еще. И от этого все как-то веселее, наряднее. Вы видите, я несколько оттенков беру, и более светлые для зелени, и более темные. И вот появилось нечто сложненькое, двусложненькое, трехсложненькое по укладке. Здесь намек на веточки сформировались, я его оставлю, пускай, нам нужны и веточки чуть-чуть. Периодически я вытираю мастихин для того, чтобы
подмешавшийся цвет не препятствовал хорошей укладке. Той укладке, которую я навязываю. Еще одно растение можно здесь посадить. Выгодно. Кипарис. Вот такие стрельчатые, густенькие покрасочки, густенькие. Уходят туда, куда-то вниз, к воде. Чирк и чуть-чуть чвяк укладки. Может быть, чтобы разнообразить чуть-чуть, здесь у нас вырастут оранжевенькие цветочки. Я взял желтый, красноту и для разнообразия оранжевых цветочечков. И еще у нас здесь никто не работал. Сейчас потрогаем чуть-чуть. Всюду оставляю голубой. Всюду у меня, где перебор уберем. Но чуть-чуть, чуть-чуть, везде, везде, везде голубой. То есть тот первый голубой, который мы теперь бережем. Можно здесь не засаживать цветами, чтобы не было все цветет, цветет, цветет. А вот здесь не цветет. Дымчато. Будет уместно для дальника. Так, вонзаю прямо в тень, которая от колонны упала, прямо в тень. Даже чуть-чуть разгребу. И ушпатлюю эту щель.
вы видите, что легче обрезать, чем подпихивать туда краску. Возможно, какие-то есть тут у основания легкие бордюрчики. Вот и их тоже покажем. Вы видите, достаточно рваного мазочка, чтобы было вполне внятное ощущение. Плоскость, которая здесь лежит, которая несколько краснит, я ее туда продвинул. И тоже там поддам солнечных заек. И придавлю. Труднее всего, конечно, вот такие ремонты осуществлять. Ну вот, более-менее отбился. Так, хорошо. Тоже, может быть, торчит там где-то вот такая же площадочка. Чуть-чуть, может быть, виднеется колонна. Видите, я прямо разрезаю. И ничего, хорошо. То есть густотой перебил густоту. Так. Еще у нас есть вкусный моментик. Это вот та дальняя гора. Для нее мы возьмем голубенький, коричневенький, получится сероватый. В данном контексте, в контексте голубого, он выглядит слегка зеленым. Ну, что тоже прилично летней горе, которая зеленит своими. Я, может быть, все-таки туда фиолетовинку, то есть плюс розовый добавлю, чтобы она все-таки немножечко не зеленая была. Вот такое, что-то таким утюжком входит в воду. Утюжочечком входит. Может быть, даже с таким клювичком.
И рядышком еще две. Скалы, вот те, кто был в Крыму, там есть такие скалы, Адалары называются. Будем играть, что это они. Теперь, когда мы то и другое посадили, мы возьмем палец и сделаем вот такой чирк. Это будет у нас отражение. Мастихином. Обозначим линию касания воды и камня. Посмотрите, одно отражение висячее, плоскость лежачая, одно заслонило другое, стало красиво, стало естественно. Вот так я держу мастихин, вот так. Еще несколько полосатостей. И мы получаем такую слегка взволнованную воду вдоль, около скалы. Что очень часто бывает, там где-то больше колебаний, где-то меньше. Сами светики на скале вот таким пошкребыванием подсунем сюда. Буквально подшкребывание. Вот такой простой способ, который сделал скалы вполне естественными, вполне вдали, там, на своем месте. Нет никакой жесткости, все очень тихо, как и прилично, дымчато, как и прилично. Может быть, чуть-чуть усилим одну из полос, чтобы она все-таки вышла сюда и опередила для нашего взгляда вот эти шкребочки. Вот такое что-то. Тоже многие, кто рисовал много в тетрадках, думаю, для них подобные задачи не будут сложными. Те, кто, конечно, совсем мало рисовал, ну, для них придется. Им придется туже. Плюс чуть-чуть. Кроме шкребочечков, я подкладываю сейчас слегка густую красочку. Лежачей кистью, немного красочки. Я чуть-чуть подкладываю, чтобы коллеги по цеху не говорили, что мы упрощаем. И все, она немножечко замаскировалась, наше пошкребывание. Еще может быть очень вкусный момент, это вот такие стволики. То есть у этой вот такое витиеватое
витиеватое. Витиеватые стволики наших плетущихся растений. На них тоже попадает солнечный свет, и в этих местах они горят. Особенно вкусно укладывать солнечные блики в тех местах, где теневая сзади в подкладке, и наоборот оставлять светлым, вернее темным, там, где световую заслоняют они. Вот такое что-то. И тоже их же чуть-чуть заслоним собственными листиками. Такая последовательность, послойность, ведущая к порядку в картине. Особенно там, где что-то недополучилось, всегда можно прикрыть листиками сверху. Ну, я имею в виду в этом стволе. Чтобы такие стволы легко укладывать, конечно, нужно потренироваться на отдельном холсте, прежде чем зайти на чистовую сюда. Если вы помните, я укладывал легким движением, таким нагловатым движением, нагловатым, прямо вот крученно. Кисточка болталась у меня в руке. Я поставил ее на холст и тянул. Делая выкрутасы. Надеюсь, у вас тоже этот номер получится. Еще одно симпатичное, что может быть в картине в нашей. Вот я сейчас попробую. Если получится, оставим. Это бегущая или идущая женская фигурка. Это волосики. Это загорелые ручки. Это загорелые ножки. Это свет на платьице. Вы видели, я положил сначала не белый, а теперь докладываю белый, как свет на платьице. И вот такое кукольце. Девочки ходят вот по такой траектории, ножки ставят. Вот такое кукольце у нас движется. Обычно зритель, покупатель потом говорит: ой, это прямо как я, вот там где-то, где отдыхал. Вот. И, конечно же, влюбляется в картину. Поэтому это для зрителя, ну и вообще для красоты.
что очень важно, когда мы рисуем подобное, чтобы была имитация, что нам это досталось очень легко. Не пытаемся долгим маканием добиваться результата. Лучше сбрить и еще раз поставить. Ни в коем случае кистью не добиваться вот таким мелким мазочком. Пусть это будет 7-8 мазочков. Это что, уже все? Или мне кажется? Да, по-моему, все.